Новосибирской области принимают заявки на конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее». В нем участвуют проекты благоустройства общественных территорий, волонтерские инициативы. Заявки принимают в ресурсных центрах 22 муниципальных районов. Победители получат на реализацию своих проектов от 10 до 50 тысяч рублей. Общий фонд конкурса – 15 миллионов. Результаты объявят в августе, а в течение июля для соискателей проведут онлайн-курсы. Опыт работы с инициативными группами у организаторов большой. Если не пришли, мы хотим. Если вы хотите, шансовый инструмент найдете, лопаты. Они говорят, мы все найдем, саженцы где возьмем, хорошие сортовые. Я говорю, питомники есть, их там достаточно сейчас, там все развито. Выписали историю. Я говорю, записывайтесь, все зависит. Докажете, и у вас будет достаточное количество соседей, ну там посадите 10 деревьев, значит, у вас есть возможность все это совместить. И мы ровно об этом говорим.